Официальный повод провести время так, как они любят. Этот день – особенный день для студентов, а вдвойне особенный для Татьян. Наша съемочная группа присоединилась к празднику в Губернском колледже. Сегодня в стенах Губернского колледжа студенты собрались на свой праздник. Шутки, танцы и награды. Веселая атмосфера самого любимого дня. Что самое классное в студенчестве? Ну, это, наверное, студенческие будни и общение. Это свобода действий в колледже, наш коллектив и наши преподаватели. Производственная практика, которую мы проходим уже именно в колледже. Классные моменты в группе с людьми и самыми классными преподавателями. Преподаватели в колледже действительно классные, и многие тоже отмечают сегодня праздник. Татьяна, наверное, здесь работает весело, активно, творчески. Студенты любят, уважают. Давно работаете? 4 года. А почему выбор пал именно на эту профессию? Выбор пал мама преподаватель и, наверное, пошла по стопам родителей и решила окунуться также в педагогическую деятельность. Я работаю в колледже 7 лет с 2014 года. Татьяне вообще работать в принципе легко. Татьяны, они по своей натуре, да, тщеславные, они любят быть в центре, соответственно, мне очень комфортно. Вокруг меня много ребят, они меня все время заряжают позитивной энергией, дают какие-то новые мысли. С нашим директором, с нашими студентами, с нашим замечательным коллективом педагогическим работается легко и с удовольствием. Как вас поздравили? На первом уроке написали почти все на 5,4 контрольную работу. В честь праздника открыли фотовыставку, чтобы освежить воспоминания и запечатлеть настоящее. Здесь собраны работы студентов, выпускников и преподавателей. Небольшое фотопутешествие по жизни колледжа. Самых активных наградили призами тех, кто участвует в конкурсах и делает студенческую жизнь еще интереснее. Например, Андрея Виноградова, автора собственных песен. По старинке под гитару для моей половинки. За окном снова полярная стужа. Я вовсе не хочу выбираться наружу. Закончился праздник, как положено, банкетом. В кафе «Умный студент», «Сытый студент». Тех, кто нашел смайлик под стаканчиком, наградили самым студенческим обедом – лапшой быстрого приготовления.